Добрый день, друзья. Вот с таким давлением мы начинаем делать, ну, можно так сказать, утреннюю гимнастику. Что мы для этого делаем? Для этого мы разминаем плечевой пояс. Вот, берем. У меня, получается, была одна скалочка, теперь у меня их две. Одна длиннее, одна короче. Это разные две штуки, разные две скалки, получается. Но сегодня мы делаем с этой. Это новенькая скалочка, я ее недавно приобрел. Ну, у меня она выполняет роль гимнастической палочки. Что это скалочка, что это скалочка. Эту отставляем пока, занимаемся этой. Что мы делаем? Разминаем мышцы рук, мышцы плечевого пояса и частично вот здесь шейные мышцы. Делаем это следующим образом. Напрягаем мышцы рук. Если хотите, можно напрягать, сжимая палку крепко. Это также, вот эти все мышцы работают. Когда работают эти мышцы, они сжимают все артерии, все кровеносные сосуды, и тем самым помогая прогонять кровь. То есть в нашем случае любые движения, которые способствуют сжатию мышц, они очень полезны. Любые. И каждый выбирает упражнения на свой вкус, на свои предпочтения. Вот. Я пересмотрел множество роликов всяких по снижению давления без таблеток. Вот. Какие-то упражнения добавил от себя, который мне больше нравится делать. Например, ни в одном ролике я не нашел упражнения, вот, допустим, которые делаются вот простые вот такие, со скалкой или с гимнастической палочкой, по напряжению вот этих мышц. Я ни в одном ролике не нашел. Вот, хотя в ролике Папа Карло он объясняет, что вот эти мышцы все должны работать на руках. И на свое усмотрение, по своему вкусу, можно делать любые упражнения, которые способствуют улучшению состояния. Это можно делать так. Можно делать так, так, вот так. Это уже кому как нравится. Давайте. Валите. Далее мы делаем вот такие вот упражнения. Вперед, назад. Наша задача размять мышцы, разогнать кровь. Потом начинаем делать повороты. Поворот головы в одну сторону, в другую. Не торопимся, делаем спокойно. Наша задача не накачать мышечную массу, а разогнать кровь. Вот, по улице слышно, как мотоциклисты гоняют, уже весна. Тепло. А перед тем, как делать упражнение, нужно открывать воздух, чтобы попадал в комнату свежий воздух. Теперь так разминаем, сжимаем, плотно сжимаем руки над головой и продолжаем повороты головы в сторону.
по нескольку раз делаем одно и то же упражнение. В интернете есть ролик, в котором доктор делает упражнения, вот такие, молча, ничего не говорит, просто по сигналам. Сигнал, он поменял упражнение, сигнал, он поменял руки, по сигналам все делается. И в комментариях люди очень хорошие отзывы дают. Теперь делаем таким образом. Мышцы, вот эти все мышцы у нас должны работать. Мы не просто руку так ложим, а все. Поначалу я тоже так делал. Руку положу, ну какой смысл в этом упражнении? А потом, когда понял, что нужно мышцы заставить работать, я понял, в чем смысл этого упражнения. Для того, чтобы размять плечевой пояс, у нас есть еще одно хорошее упражнение. Это разводить руки вот так назад, пытаться свести лопатки вместе. Только пытаться, не сводить, не обязательно сводить лопатки. Руки назад, лопатки к друг дружке. Задержались. Расслабились. Руки назад, задержались, расслабились. Также можно делать упражнение на сжатие кистей. Но не просто вот так делаем. А делаем с напряжением, чтобы у нас вся рука, все мышцы на руках, на пальцах, все работало с усилием. Раз. Но это тоже так же, насколько хватает сил. Потому что если делать быстро и часто, сильно напрягаясь, сбивается дыхание и опять же начинает крыша ездить. Поэтому без фанатизма. Ну, я еще показывал такие упражнения, как руки вперед, аналогично с сжатием в кулаки пальцев, с напряжением вот этих мышц. И вот такое упражнение, руки вверх. Но это можно делать с палочкой гимнастической. Можно делать без палочки. Тоже с захватом, как будто мы поднимаем ведра. И
И возвращаемся к нашей гимнастической палочке. Если вы смотрели другие видео, там я показывал, значит, турник, когда мы подтягиваемся, стараемся подтянуться и расслабляемся. Вспомните, как это было. Если ребята служили в армии, помнят, как это, что такое турник. Хоп! Там нужно бородой достать до перекладины. Вот. Ну, здесь мы можем в легкую поднять выше бороду, выше перекладины, настолько, насколько захотим. Оп, вот как, в легкую. И также штанга. Поднимаем штангу с усилием. Оп, вес можно брать любой, какой захотите. В этом-то вся прелесть. И вот как раз для этого длинная палочка удобней. Потому что если мы берем коротенькую, ну, не такое усилие. И когда берешь гриф штанги, там, естественно, руки нам нужно держать шире, чем плечи. Тогда будет легче поднимать. И еще одно упражнение. Просто висим на турнике. Поднимаем. И вот такие, это уже как вам понравится. Если захотите, тут можно варьировать, и можно на байдарке плыть, и можно как вот эти боевые искусства защищаться палочкой. Это уже насколько вы сможете физически работать. Вот. Но когда постепенно делаете упражнения, тут уже маневренность увеличивается. Вот. И когда мы заканчиваем палочка, мы переходим к гантелям. Вот, с гантелями точно так же. Напрягаем руки, все мышцы, чтобы работали у нас. Мы делаем упражнения такие, какие вам нравятся. Но чтобы все работало, все группы мышц, все работали. И вот сейчас, пока я показывал, я слишком быстро начал двигаться. Сейчас нужно немножко успокоиться. Делаем спокойно. Вот такое очень хорошее упражнение. Фух, хорошо. Теперь можно расслабиться. Сидеть спокойно и замерить давление. Сразу после выполнения упражнения давление должно приподняться.
вот, все правильно, так оно и есть. Давление сначала приподнимается у нас. Так, чтобы как-то видно вам было, я не вижу. Понятно, непонятно. Ну, во всяком случае, давление стало больше. Теперь, если мы замерим минут через 20-30, давление будет у нас ниже, чем мы, чем в исходном положении. Ждем полчаса. Итак, прошло полчаса. Замеряем давление. Вот так. Вот такое вот давление у нас. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, машины, слишком хорошо слышно машины. Вот. На вашем экранчике, вот с этой стороны, есть две таких ягодки симпатичные. На них, если нажмете, то сможете подписаться на наш канал. Ну а еще можете посмотреть другие ролики на нашем канале. Вот здесь, например, вот здесь, ну а также вот здесь и вот здесь. Смотрите и будьте здоровы. Всего самого наилучшего. Своими руками, при помощи палочек, при помощи гантелей, мы будем уничтожать таблетки и побеждать давление.